Михаил Васильевич, у Маркса встречается такое высказывание. Когда рабочий крас из краса в себе станет красом для себя, ну вот тогда ему будет счастье. Эту фразу многие повторяют, но, судя по всему, мало кто понял. Вот не могли бы вы пояснить? Ну, насчет счастья у Маркса я вот не читал там. Вот. А насчет превращения из класса в себе, класс для себя, это точно. У Маркса это часто встречается, и часто встречается и у Ленина, и у Энгельса, и у других марксистов. Но я могу сказать, что вот и сейчас, в наше время, многие так называемые левые тоже говорят о превращении рабочего класса из класса в себе, класс для себя, уже в прямо противоположном смысле. Они говорят, что вот если человек рабочий, если не осознали своей всемирной исторической роли, то этого класса нету. Класса нету, это не рабочий класс, вот рабочий класс только тогда, когда он осознается. Ну вот это говорит о том, что люди, которые так трактуют это положение, они ушли вообще от материализма и от исторического материализма к крайнему субъективизму и хотят выводить понятие класса не из того, какое у него положение в производстве, а какое у него мировоззрение и какое у него сознание. А сознание у буржуазного, в буржуазном обществе у рабочего класса в массе своей буржуазное. Поэтому, когда говорят о превращении из рабочего класса, из класса в себе, в класс для себя, употребляют ту терминологию, которую использовал Гегель в своей книге «Наука логики». «Науку логики» вот те люди, которые употребляют, в большинстве своем не читают, этого смысла не понимают, а у Гегеля в себе бытие означает не что иное, как просто равенство с собой. То есть рабочий класс, который не осознал свои интересы, не ведет борьбу за свои коренные интересы, причем его ведь интересы всемирно-исторические, он новый класс новой эпохи, прогрессивный, с его движением связана эпоха перехода всего мира от капитализма к коммунизму, и вот он этого не осознает, и он погряз в каких-то там мелких житейских проблемах, и он не понимает, что только он сам может улучшить свою жизнь, что освобождение рабочего класса – это дело рабочего класса, и освободив самого себя, он освободит и все общество от эксплуатации. А что такое для себя бытие? А для себя бытие это может выглядеть примерно эгоистично, так что я буду делать все для себя, а для вас не буду и так далее. Но для себя бытие у Гегеля имеет другой смысл, что когда вы берете бесконечное, то нет никакой границы, за которой вы выходите. Нету чего-то иного здесь, потому что все вобрано сюда. Если этот класс выражает интересы всех трудящихся, то он тем самым носитель всего того передового, что есть вообще в обществе и что может быть создано усилиями всего общества. Вот превращение рабочего класса из класса в себя в класс для себя связано с тем, что рабочий класс формирует соответствующее классовое сознание, но надо понимать, что весь класс в буржуазном обществе пролетарское сознание сформировать не может. Даже вот специально Ленин в работе «Что делать?» писал в книге, писал, что рабочий класс сам не может выработать пролетарское сознание. Не потому, что там умные люди там не состоят в рабочем классе, а просто потому, что нет времени для этого и возможностей. Его забивают, и чем дальше, тем больше забивают, удлиняют рабочий день. Если он не будет бороться за сокращение рабочего дня, за увеличение свободного времени, на сегодняшний день, если он не будет бороться за 6-часовой рабочий день, он из класса в себе, в класс для себя, то есть тот класс, который осознает свои интересы, по крайней мере, наиболее развитая часть этого класса осознает. И вот эта наиболее развитая часть класса должна сформировать партию этого класса, рабочую партию, партию рабочего класса. Если этот рабочий класс сумеет сделать, он станет классом для себя. Тогда он сможет успешно бороться за свои интересы. В политике без партии точно так же ничего не сделаешь, как вот если вам нужно выкопать большой какой-то котлован, и вы пойдете с лопатой копать, ничем это не закончится. Для этого нужен шагающий экскаватор. Если вы хотите в политике иметь какие-то успехи, если вы хотите коренным образом улучшить свою жизнь, конечно, нужно создавать политическую партию. Вспомните, что в 90-е годы при Ельцине шли такие лозунги, как департизация, деидеологизация, десоветизация. Закончилась деидеологизация. Господствует буржуазная идеология, закончилась департизация.
Буржуазия создала 74 партии, наша рулевой. На все случаи жизни, если одна сгорит, другая, третья. Если у нас есть основные три головы, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, то в любой момент вместо одной из них, которая, скажем, споткнется, встанет еще какая-нибудь партия из этой когорты, потому что их наделано на всякий случай очень много, чтобы гарантировать господство буржуазного класса. И если рабочий класс будет просто ходить и голосовать и не иметь своей политической партии, он будет терпеть постоянные поражения и своей всемирной исторической роли не осуществить. Вот создание партии рабочего класса входит в понятие превращения из класса в себе в класс для себя, потому что если он не осознал, что без партии он не победит, он, значит, еще сознание у него слабое. И, к сожалению, это вот характеристика нынешнего момента. Хотя мы наблюдаем и знаем. И знаем, потому что все больше идет поток заявлений в рабочую партию России, которая ставит своей целью создание партии рабочего класса и является такой партией в становлении пока еще. Не сказать, что этот вопрос закончен, никак нельзя. Это слишком мало. Надо много сознательных рабочих. Надо, чтобы организации были во всех концах России, чтобы сила была большая в этой партии. Тогда он может очень сильно влиять на все дела. А пока, как говорится, существо буржуазии пирует, отнимает все у рабочего класса, задыхается в своих миллиардах, даже только тех, которых ловят, и те уже имеют миллиарды. А уж те, которых не ловят, а они как бы хозяева жизни, как миллиардеры, они, так сказать, их никто не обсуждает. Почему? Откуда у них такие миллиарды? Хотя каждый любой простой рабочий скажет, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Поэтому этих людей можно сажать, но надо сначала разобраться, как они это получили. Или говорят, что вот мы не будем спрашивать, 5 лет назад отсчитаем и не спрашиваем. Это называется амнистия капиталов. А капитал не может быть преступником. Преступником может быть только капиталист. Поэтому на самом деле то, что мы имеем в виде крупных доходов, это все добыто преступным путем даже с точки зрения нынешней буржуазной законности. Не с точки зрения там советской законности. Нет, это другой вопрос. С точки зрения советской законности спекулянты должны сидеть в тюрьме от 3 до 5. А здесь спекулянт – это самый, что и на есть предприниматель. Купи Production International Ltd. Вот что, так сказать, характеризует деятельность большинства предпринимателей. Поэтому превращение рабочего класса из класса в себе в класс для себя – и это осознание классом, хотя бы его ведущей частью, авангардом этого класса, всемирной исторической роли этого класса и его экономических интересов, и создание своей политической партии для борьбы за эти интересы. Потому что партия – это просто авангард класса. Партия рабочего класса – это авангард рабочего класса. Партия буржуазии – это авангард буржуазии. Буржуазия имеет много авангардов. И сложный такой авангард, который соединен многоголовый. А рабочий класс пока не имеет ни одного. Поэтому он вот класс в себе пока еще в России. И ему еще нужно эту задачу решить. Спасибо. Пожалуйста.